Итак, всем привет! На связи Андрю с CryptoNews. И как всегда, у меня для вас есть очень интересное. Этот выпуск будет по-своему захватывающим. Прежде чем мы начнем, я хочу вас попросить подписаться на мой канал с колокольчиком, ведь это крайне важно для того, чтобы канал рос и процветал в своем доразвитии. Без вас этого никак не получится. У нас есть цель – 10 тысяч подписчиков. Мы это сделаем, что бы то ни стало. Поехали. В общем, XRP, смотрите и анализируйте вместе со мной, насколько продвигается он все выше и выше в гору. Дело в том, что совсем недавно XRP выиграл в суде над SEC. Вот так вот, дамы и господа. И как я уже в своих предыдущих роликах говорил, что примерно до такого цикла дойдет XRP в ближайшее и очень ближайшее время. От нескольких дней и до недели или даже двух недель. $1,5. Это достаточно весомое значение, учитывая тот факт, что когда еще недели две назад я говорил про это, курс имел свою стоимость $1.10. То есть с одной XRP вы бы заработали 40 центов. То есть возьмем простейший пример. Вы взяли 10 тысяч XRP криптовалюты. И при таком повышении курса вы бы уже заработали ни много ни мало $4000. Умножим, если вы с России, на 73 и получим сумму в 292 тысячи рублей. 292 тысячи! Это простая арифметика, без всяких лишних слов. Это я вам говорю на самом простом примере про то, что XRP будет двигаться и двигаться только вперед. Вообще, по многим прогнозам довольно популярных, известных людей, которые немножко доразбираются в данной специфике, они говорят, что XRP может дойти до $5 уже в этом году. Я не могу утверждать это и не могу опровергать данный факт. Это обязательно произойдет, только необходимо, как говорится, терпение, необходимо не просто прыгать, идти напролом, внося свои сбережения и ожидать данного результата. Надо просто понимать, что примерно будет для вас ожидаемым результатом. К примеру, вы инвестировали в XRP, скажем так, $10,000. И данная новость, которую вы услышали от меня, и даже при повышении курса на 14 центов, вы уже заработаете, если мы поделим 10 тысяч на 1,4, вот и посчитайте. Это $1400 за несколько дней, к примеру. Нормальный результат, не правда ли? И успев продать, вы сможете закупиться, скажем, при каком-то негативном результате, так скажем, рано или поздно XRP пойдет также вниз. Давайте проанализируем его исторический минимум и максимум. Он стоил, скажем так, в 20-е годы, ну, в 20-й год, если быть точным, 25 центов. Потом он поднялся на уровень 69 центов. И так он скакал до тех пор, пока не произошел резкий скачок, где он не стабилизировался до уровня 45 центов. А затем произошло нечто невероятное. И он увеличился до $1.10. И его максимум за данный промежуток времени, про который вам раз рассказываю, является 1,83. То есть, есть ли шанс, что он дойдет до такой отметки? Есть. И даже гораздо лучше преодолеет ее. То есть, учитывая тот факт, что в криптовалюту инвестируют не на 1-2 дня, а даже на год и более, 5-10 лет, вы все равно останетесь в огромнейшем
плюсе. Это гораздо лучше, чем держать деньги под матрасом. Наше старое, уже довольно заезженное слово, фраза, которая уже не актуальна в нашей жизни. Держать деньги в банке, которые даже не окупают уровень инфляции. И криптовалюта является, по сути, сейчас самым, что ни на есть, цифровым золотом. Поэтому ралли на самом деле будет. И, на мой взгляд, уже в этом году 2 или, может быть, даже 3 доллара выше данного вообще значения XRP поднимется. Верить вам в это или нет, уже зависит только от вас. Вы должны четко анализировать, представлять, понимать, что может вас ожидать. Большое спасибо, что вы посмотрели данное видео до конца. И обязательно, если оно вам понравилось, ставим палец вверх, не стесняемся, делимся этим видео со своими друзьями. Однозначно, оно попадет вверх. Ну и канал будет расти. А с вами был канал Andrius Crypto News. И до скорых встреч. Чао, Барбина.